Извините, вас меня не слышно. Слышно. Ну когда уже начнется урок? У меня не работает микрофон. Сейчас я исправлю. Как это делается? Нет. Училка карантинка. Печальная картинка. Не орёт, не унижает. Ведь теперь все под запись, и она это знает. Училка карантинка. Очень грустная картинка. На ремонт не собирает. Все уроки в онлайне, она очень скучает. Она любит кричать и детей обижать, вызывать их к доске, ставит двойки везде. Запускает урок, а в ответ тишина. Всем плевать на учебу, ты не спалишь меня. Меня теперь ты не достанешь, у меня своя программа. Никогда ты не узнаешь, что домашку пишет мама. Смотрите, какая тишина. У меня собака! Лёх, начинаем урок. Пока училка не пришла, сыграем в Among Us. Да здесь я уже. У меня, по-моему, не работает микрофон. Мам! Мам! Училка карантинка. Печальная картинка. Не орёт, не унижает. Ведь теперь всё под запись, и она это знает. Училка карантинка. Очень грустная картинка. На ремонт не собирает. Все уроки в онлайне, она очень скучает. В телефонах целый день, и учиться нам не лень. Смотрим А4 мы, учим пранки и финты. Ты, училка, не скучай, завари себе чай. Нам уроки не нужны, мы и так уже умны. Меня теперь ты не достанешь, у меня своя программа. Никогда ты не узнаешь, что домашку пишет мама. Училка карантинка. Печальная картинка. Не орёт, не унижает. Ведь теперь все под запись, и она это знает. Училка, опять в комнате бардак. А ты опять сидишь за компом. А ну давай быстро за уроки, чтоб твоя бестолковая училка мне не звонила, задолбала. Как будто другие родители все делают вовремя. Да они настолько тупые, что не могут потянуть программу 4 класса. Мам, вообще-то сейчас идет урок. Тебя все слышат. Ой, телевизор громко у тебя играет в комнате, выключу. Училка карантинка, очень грустная картинка. На ремонт не собирает. Все уроки в онлайне, она очень скучает. Пока ты в онлайне, мы отсыпаемся в тайне. Учатимся в тайне. Пока ты в онлайне, мы веселимся бескрайне.